Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Через 22 минуты у нас закончится лига, и, к сожалению, я не попадаю на 30 ранг. Соответственно, награды у меня будут какие? Да вот такие вот. Фиговенькие, так скажем. И это плохо, ребят. 35 сезон шоу. Ну, давай хотя бы немножечко поиграем. Может быть, парочку вражин успеем еще, как говорится, нокаутировать. Хотя я слабо в это верю. Но все-таки время есть, почему бы нет. Заодно у нас 25 минут пройдет, и мы с тобой посмотрим, что нам выпадет в наградах. Так, поиск соперника почему-то очень тяжело идет сегодня днем. Я тоже пытался, ребят, поиграть. Тяжело, конечно, находились соперники, но те, кто были, таких звездюлей мне давали, что мама не горюй. Ну ты посмотри, кого мне дают, ё-моё, мне дают элиту, понимаешь, элиту. Что я с ним тут сделаю? Да ничего. Он меня сейчас порвет. Вот сейчас будет смеху-то. Серьезно тебе говорю, сейчас будем просто с тобой тут ржать над тем, как меня тут будут разбирать. Так, подожди, надо чуть-чуть погромче сделать. Ну что, давай, наверное, ну оставим как есть все. Плюс еще этот псих-бонг, чё, ё-моё. Пропускаем ход. Все, я уже приблизительно понимаю, что здесь будет, ребята, за колода. Что будет за противник, так скажем. Ладно. Давай, поехали. Сейчас будет, наверное, бафать, скорее всего. Ну, я понял. Все, сейчас будет набирать эти карты, постоянно будет увеличивать, да? Трындец. Кто мне в этом деле поможет? Да никто. Началось, а? Сейчас он следующего призовет, да? И так до бесконечности. Давай сделаем вот таким вот образом. Но этого мы с тобой сможем убрать, если что. Благодаря вот этому нашему суперудару. В плане, он даже ничего не стал делать. Интересно. Так, ну что, у нас есть тобой хил. Он что-то ждет, ребят, он ожидает, видимо, какая-то карта ему нужна, судя по всему. Давай я, наверное, сделаю вот так вот. Опа, отлично, отличная карта выпала нам. Но сейчас он, наверное, будет свои вот эти опять орехи выставлять, мне кажется. Нет. Сейчас еще и прокачает, хотя не стал ничего прокачивать. Хочет нанести 6 атаки мне. Окей. Предположим. Давай вот так вот. Ой, зачем я это сделал? Он же мне все равно пойдет ко мне в карман. Господи, вот это я сейчас тупанул, ребята. Да. Ну, Рэй, ну ты молодец. Ну ты просто трындец. Просто трындец. Так, 4, да? Мне невыгодно, наверное, так делать. Или выгодно? Ладно, давай сделаем с тобой отхил. Будет интересно он усиливать. Скорее всего, будет. Твою налево специально сделал, да? Чтоб тебя разобрало на 1000 кусочков, а? Раз укус, сейчас еще второй укус. Что мы можем с тобой сейчас сделать? Опа, есть вариант, ребята, есть вариантик неплохой. Сделаем с тобой вот так. И сделаем с тобой вот так. Плюс вытягиваем карту. Оу, что-то мне тут на драконов-то везет. Смотри, что делает, а. Так, ну что, этого мы с тобой уберем, это однозначно. Этого тоже уберем. Погнали. Вот огурец паршивый, конечно, будет нас сейчас тут досаждать. Будет вытягивать карты. Понятное дело. На тебе, дарался. Так, что будем делать с огурцом? Ну, естественно, разбираться. Естественно, друзья мои, будем разбираться с этим плешивым огурцом. Опачки. Слушай, неплохо выпало. А если я еще вот так? Что он будет делать, а? Что он будет делать? Понятно. Кто бы сомневался, да?
Кто бы, друзья мои, сомневался, что он будет вызывать эти плешивые орехи. Так, сейчас он, наверное, сделает суперудар, да? Получается 2 и 2, 4, плюс это 8. Но нет, почему-то он этого не делает. Я не знаю, почему, друзья мои. Почему он этого не делает? Он наверняка сюда поставит. Короче, 3 и 4, да? Давай, наверное, сделаем с тобой вот так вот. И вот так. Есть одна, ребята, энергия. Это челюсти. Так, наносит 2 единицы урона на каждой линии. Понятно. Сюда, что ли, хочет поставить? А, вот так даже. Окей. Предположим. Так, мы с тобой что-то залагало все. Что происходит опять? Это фигня, ребят, происходит непонятная. Так. Ага, вытянули карту. Так, и 3 в лицо мы получаем. Так, 5 единиц здоровья у нас. 7-5. Что мы будем с тобой делать? Можем замутить с тобой вот такую штуку. Ха-ха-ха. А вот здесь ты, парень, вот здесь ты не... Блин, он неуязвимку поставил, да? Что будем делать? Я могу только одно предложить. Минус 6, минус 6, да? Поехали. Вперед, как говорится, из песней. Вот так, друзья мои, выиграли мы здесь. Блин, ну вот эти вот лаги какие-то. С чего вдруг, блин, началось вот это все? Я не знаю. Чуть было партию с тобой не сфейлили. Ну что же, первую победу получили. Давай посмотрим, сколько у нас там с тобой по времени еще остается. 15 минут до конца. Давай еще, наверное, быстренько одну партийку пробежимся с тобой. Может быть, одну, другую. Посмотрим, как пойдет. Опять 30-го дают. Ну что ты будешь делать, а? Меньше не дают, дают только выше. Я не знаю, почему, ребят, такое происходит. Что-то все равно такое впечатление, что как бы подлагивает игра. Не знаю, с чем это связано, ребят. Так, вот это, наверное, нам здесь пока не нужно. Да хорош ты, блин, ну вот... Нет, зомбобот это, конечно, классно. Но не в начале же, извини меня, игры давать зомбобота, согласись. Ага, зачем ты вот, вот зачем ты это делаешь? Честно говоря, я не понимаю. Мы с тобой сделаем вот таким вот образом. Сейчас, если кого-то он даже сюда поставит, его перетянет. Должно, по идее, перетянуть сюда. Но я в этом не особо уверен. Давай смотреть. Не-не-не, парень, иди сюда. Вот сюда, пожалуйста. Вместе со своей кувшинкой. Так. Нанесем урон. Мы его, короче, уничтожим, ребят. А он нам ничего не сделает. Окей. Отдуплился парень. Так, ход зомби. Мне пока некого поставить сюда. Угу. Тоже началось, да? У тебя, парень, тоже началось, да? Начинается вот это вот бзиканье. Хорошо, давай сделаем тогда через безумие. И вот так. Погнали. Так, еще ударчик. Так, привидение. Привидение, привидение. Я пока не буду, ребят, тратить. Антон не стоит. Луна. А что делает луна? Ха, заморозку делает. Ради бога, замораживает. Что хочешь делать? Так, значит, мы с тобой лишаем его атаки. Пойдем дальше. 5-5. Оу. Вот это уже хорошо, ребята. Вот это уже великолепно. Так, будет интересно мой ханурик этот прокачивать всех или нет? Это хорошо, что ты его сюда поставил. Мы сейчас как раз под курочкой тебя... не получится, да, под курочкой?
не получится, к сожалению. Ладно, ничего страшного. Есть привидение, если что, мы накажем эту фасоль. Эту фасоль мы с тобой накажем, причем с удовольствием. Так. И сделаем с тобой вот так. У меня карт вообще, ребята, нету. Есть только зомбобот. Так, он хочет атаковать, да? Сюда иди, родной. Без атаки ты останешься. Ага. А как он атакует, если у него нет атаки? Интересно. Что он там делает? Добавляет 4. Так, хилку я пока не буду тратить. Так, что он там? Еще? Еще бросает, да? Бабы. Окей. Погнали. Уничтожаем этих двоих. Плюс 3 в лицо. 3 в лицо. Этого тоже уничтожим, да? И еще прокачка, не забываем, у нас пойдет с тобой. Вот этот прокачает, по-моему, спортсмена. Он должен прокачать его. Да, друзья мои, так и происходит. Ставим с тобой Колизей. Так, подожди, я разве не могу так сделать? Я ведь должен уже. Так, появился. 3-3 будет. Плюс добавляет орех, да? Сейчас еще куда-нибудь его поставит. Так, сюда, что ли, на воду хочет влепить? А, даже вот так, кого он будет замораживать? Кого он заморозил? Никого. А, он же только надгробие морозит. Ну что же, друзья мои. Так, по центру бомбить будет, да? На пятерочку. Противник сдался, все, ребята. Фейлятся почему-то ребятульки. Ну, для меня это вообще замечательно. Так, и мы с тобой получаем 2 звезды, по идее. Да? 2 звезды. Опять же повторюсь, уже, наверное, не один раз вам говорю. Ребята, у меня колода рандомная. Она вообще нет таких. Она ни на что не похожая. Вот есть сборки, да, колод. А это моя сборка, солянка, так сказать. И вот этой солянкой, ну, как-то получается у меня играть ей. Много, конечно, проигрывал, но много раз и выигрывал. И почему-то никак не могу привыкнуть к другим героям. И не могу также играть пока за растения. Понимаешь, на лиге. Хотя вот некоторые попадаются, так жестко бомбят. 10 минут. Оу, 35 уровень, плюс еще и каротиновая морковка. Чтоб... Вот морковку я, ребят, не могу победить. Так, и как ты видишь, у меня ничего хорошего здесь не выпало. О, сумоист, ну, в принципе. Ладно, давай его так вот я оставлю. Так, соперник вытягивает стартовые карты заново. То, что сумоист, это хорошо. В принципе, вот это тоже замечательно. Угу. Так, пропускаем ход. Смотрим, ребята, что он будет делать. Ничегошеньки не стал он почему-то делать, ребята. Выставляем тогда с тобой вот эту вот штучку. Пускай затягивает, если что. Так, и сумоист. Сумоист. Сумоист у меня пойдет вот сюда. А зачем я это сделал, скажи-ка мне? Ха, уничтожает надгробие. Я теперь буду знать, что у него есть, ребята, могилоеды. Будем это с вами знать. Так, пропускаем ходик. Могилоед, значит, вот это вот... Нет, этого... Хотя, да, опасно его вызывать. 1-3. Это, парень, ты замечательно сделал. Так, он же будет его прокачивать, 100% тебе говорю. 100% тебе говорю, он его будет прокачивать. Так, началось, да? Пропускаем ход. За каждое, по-моему, вызванное растение он будет получать 1-1. Так, ну этот сразу, ребята, идет на уничтожение. Мы можем сделать с тобой... Вот так. И... Вот так. Окей. Так, ждем дальше. 5-5. Есть у него?
там могила, уничтожитель или нет? Да, скорее всего, есть. Скорее всего, есть. Вот только кого он поставит? Он может выставить какого-нибудь слабенького, да, его затянет сюда, а уже после него поставить кого-нибудь крупненького. Как бы вариант такой есть. Ага, видишь, что он сделал? Вызвал морковь. Ну, естественно, ей крышка этой морковки. Мы ее сразу уничтожим. А, вот он как. Он решил через минус играть. Ладно. Твое дело, парень. Угу. Так, что мы с тобой сделаем? Давай-ка вот так вот. 9-10. Если у него, конечно, есть уничтожитель сразу же, да? Каких-нибудь крупных. Там гриб этот ядерный или еще что-нибудь. То да, то он здесь, конечно, может еще разрулить ситуацию. Ну, а так девяточка в лицо, это больно. Даже если он кого-то поставит напротив, тоже малоприятно, потому что мы его пробьем и еще и в лицо девятку зарядим. Ну, а с этой с морковкой тут понятное дело, что мы ее уничтожим. Если он даже кого-то сюда... А, у нас 2 единицы, да, энергии требуется. Да, я не смогу передвинуть, к сожалению. Но он может сместить. Не надо только картошка, морковка. Не надо только вот это вот. Чё ты сразу там это увидел и все и пужанулся, да? Ты хотел вот на морковках за счет вот этих вот своих растений тут что-то сделать. Но это, друзья мои, я считаю, необдуманно было с его стороны. Слушай, мы тогда попадем с тобой в 29-й ранг. Жалко, времени, конечно, маловато. Надо было зайти немножко пораньше в игру. Тогда, возможно, мы бы с тобой попали бы в 30-очку. Да, 30-ка, там уже совсем другие награды, сам понимаешь. Ну, тут мы с тобой в 29-й ранг переходим. Кстати, получим еще и гемы. 25 штучек. Отлично. Сколько там? 5 минут, ребята. Буквально нам хватит с вами на один поединочек. Причем сразу же нашли противника. О, 29-й ранг. Слушай, мы, наверное, с тобой останемся где-то в деревянной лиге. Когда у нас обнова пройдет. Так, опять Бончуй, опять этот псих. Кстати, ты заметил, да, что я недавно в колоду себе воткнул именно вот этого цыплака. Зомби-цыплака, ну это группа поддержки, так скажем, да. Который прокачивает не только себя, но еще и всех спортивных зомби. Опа. Опачки. Неожиданно, если честно, для меня вот это вот. Неожиданно. Ну-ка. Давай так сделаем. Будет уничтожать его как-то или убирать, я не знаю, ребят. Да ты что, серьезно, что ли? Ну ладно, хорошо. Сделаем так. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Что мы с тобой можем замутить? Мы можем с тобой замутить вот такую штуку. Интересно, у него есть удар психа? Ага, наносит бонус на атаку. Окей. Бонус на атаку нанес. Блин, не хотелось бы. Но, наверное, блин, не хочу. Ладно, я пока ничего не буду делать. Я пока ничего не буду делать. Опачки, ты смотри, кого он вызвал. Прокачкой собирается заняться, да? Ну тогда мы с тобой будем уже применять либо флаг. Даже вот так. 3-5. Ну да. Сделаем с тобой через флаг. Можем даже еще и курицу с тобой применить. 1-1. Да, применим курицу с тобой. Так, а здесь сделаем вот таким вот образом. Погнали. Предположим, ребята. Так, что у нас дальше? 5-5. Опачки, есть красавчик. Давай я вот сюда вот его поставлю. Эволюцию я пока делать не буду. Что там, растение получает двойной удар?
Даже вот так вот. Опачки. Такой наивный. Серьезно тебе говорю, такой наивный, да? Давай-ка без двойных ударов, парень. Угу. Так, ну что? Остается нам вот так вот с тобой сделать. Только бы не могилоед у него, а, ребята? Ой, дурила. Ой, дурила, ребята, дурила. Так, а у него там пронзай... Нет, пронзающего не будет. Ну что, поехали. Шлеп. Чпок. Да, одну единицу в лицо получше, конечно, с тобой, но это не страшно. Так, и, друзья мои, что у нас тут с вами намечается? Челюсти есть. Вызываем спортсмена. Ой, как хорошо, друзья мои, как хорошо. Так, эволюция. Ну, пока делать я не буду ее. Давай посмотрим, что у него там в закромах. Какое растение, что он поставит сюда на бонусную атаку, может, конечно, влепить. Даже челюсти не помогут мне в этом случае. А так, если он сейчас ничего не сделает, мы ему дадим в лицо. Ты посмотри, 6 урона здесь и 6 здесь. Это 12 уже, 14 и 15 урона. Я думаю, что ему сладко не будет. Мечанова Кинг. Такое ощущение, что это наш какой-то соотечественник играет. Король Мечанова. Нет, ребят, вот не, не вот, вот что ты сразу пасуешь-то, а? Ну что? Три карты у тебя, ё-моё. Я понимаю, тяжело, но ты хоть до конца-то доборись, а? Трындец, короче. Ну, я так и понял. Сразу же хвосты поджали, да? И ты, кстати, заметил, что я выбрал себе две. Две, ребята, карточки с ландшафтом. Первая — это вот воронка, да, была, которая у меня раньше. И вторая — это вот именно колпаки. Усиливает атаку. Все, он отключился, ребят. Грустно, конечно, жалко. Жалко, что мы по времени с тобой не успеваем. Была бы, конечно, вот на часок бы пораньше. И, скорее всего, мы бы добрались бы с тобой с удовольствием до следующей лиги. А тут, видишь, 16 секунд. Ладно, друзья, ничего не поделаешь. Будем получать с вами награды. Я не знаю, там дешевенький пак какой-нибудь. 6 секунд. Я надеюсь, меня из игры не выкинет при обновлении. Все, ребята. И куда я должен зайти? Обзор наград. В плане, наверное, нужно, ребята, перезайти в игру. А, нет, нет, вот она. Так, сезон 35-й, это значок, ребята, и пиньяту. Я достиг, ну, золотой лиги, это понятно. Давай смотреть, ребята, что нам выпадет из этой пиньяты. Опа, слушай, ну неплохо. 4 пака, окей. Остается только посмотреть, что нам отсюда достанется. Давай. Смотрим, ребята. Пока ничего новенького нету. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все это у меня есть. Ага. Мегаредки хоть будет что-нибудь? О, кстати, неплохая карта, друзья мои. А легендочку дадим? Ек! Кто это? Кто там? Ай-яй-яй. Так, такой у меня, друзья мои, есть. Это уже какой? Третий по счету. Ну, главное, что наши колоды растут. Смотри, здесь уже, ребята, осторожно. Я... Еще 10 карточек и фулл пак будет. А здесь 15 тоже будет фулл пак. Фулл пак — это, ребята, колоды, которые, ну, уже составлены, которыми ты можешь спокойненько играть и довольно неплохо рулить. Кстати, мы с тобой, когда наберем, будем именно их тестить. Ну, что же я могу сказать? Легендарно, ну, в принципе, неплохо, но у меня их две штуки. А сколько она стоит, если ее распылить? В плане... Только не говори, что я... Давай-давай, конвектируй меня в нормальное что-нибудь. Ну, пускай хотя бы будет 5-й ранг. 5-й ранг, короче, деревянная лига. А, бронзовая, бронзовая лига. Слушай, я хотел посмотреть, сколько стоит, если, например, а стоит вообще распыливать? Я думаю, не будем, да? Пускай пока остается. Давай хотя бы, наверное, еще один или два. Два боя. Короче, перейдем с тобой в бронзовую лигу 6-го, как говорится, ранга.
А мне кажется, сейчас, наверное, не найдешь, да, никого? Все, наверное, там довольны, ищут, смотрят свои награды. Нет, нашли кого-то. А ну-ка, камикадзушка, или я камикадзушка, или тот, кто сейчас на меня прыгнет. Так, друзья мои, у нас с вами кто-то нашелся, причем практически моего ранга. Ну что ж, давай попробуем подраться маленечко. Зубостизила, это да, это еще тот жук навозный, зубостизила. Да ладно, зомбобота дали. Ну, ничего не поделаешь. Что есть, то есть, придется вот этим и драться. Их, слава богу, у нас есть с тобой вот этот, но я боюсь, что... В плане... Что так... Тяжелехонько вздыхаешь, а? Иди-ка прогуляйся. Что-то мне не нравится колода. Что-то начал больно резвенько. Тебе не кажется так? А если я вот таким вот образом сделаю, а? Будешь уничтожать мне этого зомби или нет? Смотри-ка, не стал. И это хорошо, это очень, ребята, круто. Так. Спасибо тебе большое. Ну что же, выставляем этого зомбика теперь. И вот этого. С тобой быстренько берем преимущество. Что там? Ага, три или меньше. Ради бога. Так, ну а теперь ты будешь получать по лицу. На. Кстати, я почему-то не слышу здесь музыки. Ну-ка попробуем вот так вот сделать. Этот, конечно... Ага. Бонг Чуй призвал. Ну ладно, предположим. Вытягивает две карты. Вот зубостизила только вот так вот и умеет. Через всякие там доборы, наборы и тому прочему. Так, сейчас кого-то схавает, да? А, зомби на земле получает минус один, минус один. Это глупо было. Серьезно тебе говорю. Так, давай, родной, прокачивайся, прокачивайся. Даже вот так мы с тобой сделаем. Окей. Так, он дает нам... Кабачок потратил. Молодец. Давай сюда. Поехали. Пич. Пич. Итого у него 9 хп сердца. 9 хп. Так, опять вытягивает две карты. Предположим, ребята. Энергии 6-6. Где музыка? Объясни мне, пожалуйста, а? Пока ничего здесь не буду делать. Давай смотреть, что он будет выставлять. У нас есть с тобой вот такая вот карта, но она наверху или на ландшафте. Здесь, ну, здесь я могу, например, сделать следующее. Во-первых, поставить вот так вот, неуязвимость. И ко всему прочему, ту-ту-ту-ту-ту-ту, и ко всему прочему могу сделать вот так вот. Нормуль? Я считаю, что нормуль. Давай бомбить. Пимс, на тебе еще. Так, подсолнух, да, конечно, даст ему энергии дополнительной, которую мы, в принципе, можем уничтожить. Мне лишь бы дожить до зомбобота, и там уже все будет хорошечно у нас. Так, здесь зомби проводит бонусную атаку. Давай. У него, по-моему, нет массовых атак, насколько я помню. Ага. Смотри, что делает. Пич. Хорошо, хорошо. Пятерочку врежет. Мы ему тоже пятерочку сейчас вгреем. Раз. И два. Так, а у него 4 хп остается, да? Слушай, вот это плохо. Вот это плохо. Кто мне сейчас достанется? Йети. А ну-ка, что нам здесь выпадет? Ох, как прекрасен этот мир. Полюбуйся. Если я поставлю... Да, мне надо сюда будет ставить. Ну? Лишь бы он сюда побольше карт выставил, чтобы я потом мог с зомбоботом, ребята, шваркнуть. Угу. Отлично. Не забывай, что здесь у нас киборг появится. 5-5. Опа, вот это похуже будет. Так, уничтожает зомби с самым низким здоровьем. И музыка сразу заиграла, да? Так, ну, предположим, это все, что ты мог сделать, да? Стол ты заставил, молодец, красавчик. Погнали.
Шлеп. Так, а мы с тобой хильнемся. Этого уничтожаем. Этого Хариуса тоже бомбим. Так, и того у нас, ну, в принципе, неплохо, ребят. Ну что, врубаем, наверное, да? А стоит ли? Я думаю, стоит. Я думаю, стоит, ребята. Пускай он на него отвлекается. Не знаю, что хочет там делать. Кабачком, баклажаном уничтожает. У нас есть с тобой еще зомби. Ага, 1.10, да? Или сколько ты там получишь? 1.9. Вот это будет похуже. Плюс отхил, да? Блин, жалко у меня. Слушай, а что жалко-то? У меня все хорошо, ребята. Мы с тобой сейчас тут сделаем, знаешь, какие штуки. Я не знаю, правда, что у него там есть в закромах. Ага. Ага, смотри, что я буду делать сейчас. Вот так вот. Потом вытягиваем карту. Прокачивается она у нас. Дальше мы с тобой делаем вот так вот. А потом еще сделаем челюсти, скорее всего. Да? +3, +3. Окей, предположим, ты это сделал. Восстанавливаешь здоровье. Ради бога. Все? Это все, что ты мог сделать? Вот так вот мы сделаем и поехали. Бум. Так. На-ка тебе. Прокачка пошла, друзья мои, пошла. Ух, еще и медика достали с тобой. Ну что, парень, я не знаю, что и сказать по этому поводу тебе. Противник сдался. Но он понял, что здесь дело пахнет керосином. Ему никак не выкрутится. Ну, отлично, мы выиграли. Что я могу тебе сказать? Получили немножечко. Так, сколько там тут? А третью звезду почему не дали же? Эй, должны дать. А, видимо, потому что это только первая игра. Где музыка? Объясни мне. Не знаю, ребят, куда музыка подевалась вдруг. Но давай еще один бой с тобой сделаем. Но тут уже 10 ранга мне дали. Подсолнушек. Окей. Зап 804. Так, давай вот это уберем с тобой. Вот это, наверное, тоже уберем. Твою ж дивизию. Да ну. Ну это совсем, ребят, не тешит меня. Совсем мне не нравится то, что мне здесь дали. Ну что, у меня привидение на первом ходу. На втором, точнее. Тут защиту дают. Нет, я не буду сейчас ничего выставлять. Если только вот так вот. Надеюсь, у него нету ландшафта, чтобы перекрыть мой. Я только на это могу надеяться. А если есть, то какой? Ха, грибная поляна. Все, я понял тебя, парень. Я тебя прекрасно понял. Значит, любитель грибочков, да? Окей. Любитель грибочков. Давай, выставляй свои там грибы. Фасоли, что там хочешь, я не знаю. Так, а нам нужно с тобой подумать, что делать в следующий раз. Ну, сделаю я неуязвимку. Предположим. Нет, он что-то, ребят, другое мутит. Он что-то мутит, друзья мои, другое. А что? Какую-то комбу. 100% тебе говорю. Какая-то комбинация. Ага, вот он что сделал. Угу. Грибочки, все дела, да? Ну что я могу сделать? Ну вот этого, например, убрать вон сюда. Это раз. Здесь вот так вот сделать. Ну и бомбить. Друзья мои, только бомбить. Погнали. Хобана. Ну не тут-то было, да? Опа, вот даже как. Вот даже как он делает, ага. Груша. Окей. Окей, груша, давай сделаем с тобой вот так. Это раз. И вот так, это два. Какие дальше твои действия? Клубника. Слушай, клубника — это плохо. Это очень, ребята, плохо.
Минус 2, минус 2. Без атаки меня ставил, да? Ладно, предположим. Слушай, если у него будет там ягода, это же получается, как он там, фруктовый... Фруктовая фигня, я уже забыл, как она называется. Ага, ага. Так, давай-ка сделаем именно с тобой вот таким вот образом. И вот таким. Замечательно. Давай сюда выставляем ее. Ну что, проверим, что у него там дальше есть. Опа, опачки. Карту вытягивай, да? Ну, шлендра, а? Еще карту тянет. Ради бога. Так, ну что, этого мы уничтожим? А, подожди, у него 5 энергии еще есть. Превращает в случайное растение. В кого? В мину. Ну, предположим, поехали. Так, этого уничтожим. Так, 4 в лицо еще зарядим. Вот тут, конечно, немножко не айсово получится. Где, блин, моя эта? Скажи-ка мне на милость, а? Оу, слушай, а если мы с тобой... Блин, спортивных зомби-то нету. Давай я вот так вот сделаю. И вот так. Просто посмотрим, кто здесь и что. Наносит 3 единицы урона. Ладно, типа прокачивается, да? Что у тебя там еще там в закромах? О, даже кто у тебя есть. Эх, 5 он прикрывается, а? Ты посмотри. Че, погнали. Тыдич. Так, на этому кранты. Этого в любом случае я смогу уничтожить, в принципе, без проблем. О, еще даже лучше. Даже еще лучше. Так, превращает в случайное растение. Так, вот с этим будет немножко похуже. Хотя 6-6 можно будет, ребята, сделать. Блин, а этого-то как? А этого-то как бомбануть? Этого, наверное... Фигня, да, получается у нас? И раздавить не получится. Хм. Давай, короче, вот так вот сделаем. А здесь... Вот так. И ко всему прочему... Вот это вот уберем отсюда. Погнали. Так... Зачем его надо... Не надо было его трогать. Вот этого трогать не надо было, друзья мои. Твою же налево, а. Давай вот так вот сделаем. Блин, тут походу я проиграл. Да ладно, блин. Еще и виноградина эта плешивая. Так, это получается он что, по 2, да? Здесь. И здесь. Еще и 2 дает им, да, всем? Ладно. Что тут у нас получается с тобой? Да ничего хорошего, в принципе. Блин, если бы не вот эта вот фигня. Где мое... Где моя воронка, которая у меня должна быть, а? Вот скажи мне, где она? Ее нету, ни шишарики. Да тут я сфейлился, все, ребята. Так, еще твою налево. Оу, все, друзья мои, приплыли. Приплыли. Ну ничего не поделаешь. Ну это уже бесполезно, конечно. Да мне даже, мне даже никуда не потратить. Блин, когда нужна воронка, ее никогда не добьешься. Ну, я так понял, на грибах сработал. Фигли. Ну что, давай тогда еще в отмесочку. Погнали. 6-й ранг мы должны с тобой... Где музыка? Вот меня интересует что. Куда делась музыка? Была-была, и вдруг ни с того ни с сего исчезла. Мне, может быть, без музыки плохо думается. Может же быть, может. Так. Вот, отлично, ребята. Есть второй ход. Есть третий, два третьих. И четвертый. Но еще не забывай, что мы можем...
рандомно что-нибудь выделать. Так, ну это не страшно, ребят. Пускай тут что хочет, то и делает. Окей. Так, мы, наверное, прикроемся, да, с тобой? Что, он будет прокачивать этот цветочек или что? Не знаю, бафать его будет. Пускай бафает. Меня он, честно говоря, сейчас не особо интересует. У меня вот есть зомби здесь неуязвимкой. Плюс еще есть зомби-спортсмен. Так что, а если он хочет его уничтожить, он не сможет, потому что он не восприимчив заклинанию. Опачки, а он взял хитренько и росточек здесь посадил. А из росточка сейчас какая-нибудь шлендра вырастет, да? Ну-ка. О, даже как. О, даже как. Ты понял? Естественно, я ему не дам такой возможности звездануть мне на сколько там, 5-3? Губешки раскатил. Ну, если у него, конечно, есть уничтожитель могил. О, даже вот так вот. Даже вот так вот. Он уже прикрывается всем, чем можно только, да? А, он хотел. А, он хотел. Но не мог нанести урон. Ты понимаешь, потому что мы здесь неуязвимы с тобой. Так что давай. Бомбим сюда. Уничтожаем этот гриб. Вот так вот. Ну и продолжаем нашу эпопею. Так, тут уже, ребята, очевидно, мы вызываем спортсмена, у нас с тобой есть одна энергия, и, возможно, оу, вообще по нолям, прикинь. Плюс, если мы с тобой поставим не, точнее, эту, как называется-то уже, безумие, да, 2 к здоровью. Нет, у него все-таки есть что-то, но он потратил банановую бомбочку эту. С картами у него вообще худенько все. Хм. Ох, вот так вот даже. Вот так вот даже, да, ты делаешь? Шлендра. Ну, давай тогда мы вот так вот сделаем. Тыдыч. Пошла, ребята, атака. У него, правда, на одну энергию больше, чем у меня, но это ничего страшного. Может быть, повезет, а может быть и нет. 3 карты у него, у меня 4, плюс у меня практически... заложен весь стол. Что он сейчас будет делать, этот подсолнух, я ума не приложу. Минус один. Так. Ага, вытягивает карты. Из последних сил, да, все-таки там борется. Наносит 3 единицы урона. Но уничтожит-то ты, не уничтожишь, парень. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну что же, давай будем проучивать тогда. Раз не понимает нормальных слов человеческих. Давай еще в лицо. Окей. Так, что ты там получаешь? Какую возможность? Все растения на земле получают минус один, минус один? Так и есть. Что ты можешь еще другого предложить? Да ничего. Ну, не забывай, что этот зомби у меня прокачивается. Да-да, парень, этот зомби у меня прокачивается. Ну и смотрим, что дальше ты будешь там делать. Ну, вот в данный момент, ребята, я вообще ничего не могу выставить. Ни эволюцию, ни применить заклинание, ни фараона. А он уничтожает зомби на земле. Причем кабачком ставит прочерк. Ну, так уж и быть. Это ты сам напросился, парень. Это ты сам напросился. Так, ну что, мы сюда, наверное, поставим с тобой фараона. Да, зачем фараон? Вон, есть медик. Мне кажется, он сдастся. Но тут уже без вариантов. Да, ребятушки, он проиграл. Он-то понял, и, в принципе, правильно. Так, нам нужно еще с тобой сделать один бой, чтобы выиграть, и мы с тобой сможем получить тогда следующий ранг. Потому что в данный момент... Да, я только 2 звезды получаю. Куда делась музыка? Может быть, я, ребят, перезайду по-быренькому, а? Ну что, друзья мои, продолжаем. Наконец-то музычка появилась. Все окей. Нам нужно с тобой сделать всего лишь одну победу. Да ядрен ты батон, да и теперь цитрона. Чтоб тебя. Ладно. Иногда бывает, что и цитрона мы с тобой можем завалить. Ну вот, вот это вот только уберем.
Да, у меня еще новая карта, ребята, это серфер, которую я тоже в последнее время взял. Именно для защиты на воде. Стоит 4 энергии. Плюс безумие. Так, тихо. Орех размещает. Так, неужели цитрон на орехах? Это что-то новенькое будет. Это будет что-то новенькое. Хотя, почему бы и нет? Цитрон, да еще если защиту делать. Ой, знаешь, как прошибает. Только в путь. Интересно, девки пляшут, ничего не стал делать. Окей, тогда наша очередь, ребята, вылазить из подполья. Так, этот у нас бросает. Так, при появлении сверху перемещение в воду. Угу. А этот шлендер будет сейчас карты тянуть, да? Окей, я тебя понял, карточник ты фигов. У меня для тебя есть небольшой сюрприз. Как тебе такое? Хотя он может его прокачать удобрением каким-нибудь, да? Или еще что-нибудь сделать. А мне больше ничего не остается делать. Только лишь смотреть и наблюдать. Плохенько вот это, кстати. Это, друзья мои, плохенько. Что будем делать? Надо от этого избавляться. А как? Будет сейчас карту тут вытягивать. Я не согласен так. Друзья мои, я так. Два. Блин. Это при появлении он в воду прыганет, да? Давай сделаем вот так вот. Просто хочется посмотреть, будет ли он уничтожать или же не будет. Он, наверное, сейчас смотрит и скажет: нифига, у тебя, парень, там все на безумии. Блин, надо было перестраховаться все-таки, а. Ничего себе, парень, так как пошел ва-банк, прям идет. Окей. Так, что там у него? Этот так превращает. Ага. В кого? Блин, в клоуна этого, а? У меня нет танцоров, чтобы он прокачивался, к сожалению. Вот это, конечно, плохо, ребят. Сейчас будет тут вытягивать одного за другим, а? Ну что, сделаем с тобой, наверное, вот так вот. Для начала, да? О том, что потом можем, в принципе, уничтожить растение, да? Три или меньше. С помощью вот этой карты. Другого варианта я пока не вижу. Блин, рикошет. Кого рикошетит? Этого, что ли? Серьезно? В плане. У тебя еще, хочешь сказать, и заморозка будет? Да ну, я не верю в это. Я, друзья мои, в это не могу поверить. Так, что ж тогда мы будем с тобой предпринимать-то, а? Ну, а если я... Заморозка, скорее всего, да? Заморозочка у тебя там, парень. У тебя там заморозка 100%, я тебе говорю. Посмотрим. Слушай, и, скорее всего, есть чувак, который замораживает могилы. Есть у тебя такая там фасолина могильная, которая любит замораживать? Хм. Опа. Тут похуже, ребята, дела идут. Уничтожает призрака, да? А, не, вот этого. Ну что же, тогда у нас только, друзья мои, так, ну с этим разберем. А, он уже в воду уйдет. Он же в воду у меня уходит. Твою же налево. Ладно, уничтожим с тобой этого. А здесь, если только безумие ставить. Нет, безумие лучше, наверное, вот сюда вот влепить. Хотя, опять же, заморозит, да? Тогда сюда все-таки. Все-таки сюда. Поехали. Так, что у нас там? Флаг. Флаг, блин.
Да не буду я пока его тратить, некуда мне и незачем, если честно. Так, а вот это вот плохо. Либо сейчас защиту поставить на свои растения, либо еще что-нибудь. И что тогда мне делать? Вот это вот, минус 2, ландшафта нету. Неуязвимость 2-6. Угу, 3. Значит, что мы с тобой сделаем? Мы сделаем с тобой... Блин, если я вот это уничтожу, он будет замораживать. Могилу, могилу только лишь поставить можно, да? Давай тогда сделаем вот так. Риск, друзья мои, риск. Пускай вот эти вот уничтожает. А здесь неуязвимость получится, да? Твою налево. Я даже знаю, как тут получится. Мимика, кого он будет? Вот это вот. Подожди, кто там был-то у него? Ну давай, давай, я понял, что он будет сейчас уничтожать их. Я в этом даже нисколечко не сомневался. Че, все, больше тебе некого поставить, да, получается? Линии забиты, у него, наверное, только заморозки там остались. Если он их сейчас все потратит... О, удвоение растения здоровья. Молодец, красавчик. Так, а мы сейчас ему, знаешь, что сделаем? Побольше здоровиться снимем. Погнали. Так. Так. И вот так. Ха. Ну давай сделаем вот таким вот образом. Так, у него две ячейки освободилось. Блин, он берет еще две карты себе, а? Посмотри. Он еще взял себе две карты. Вот так вот. Смотри, что творит, а? Смотри, что он вытворяет, а? Значит, нам, скорее всего, вот этот вот чудик здесь. Или же вот этот. Давай, наверное, вот этого шваркнем с ним. Погнали. Все на своих наборах. Доборах, наборах. Так. Угу. Мне даже поставить некого. И некуда, все забито. Кого ты хочешь сюда поставить? Ага. Да ну, не может быть, чтобы у него не было вот этих вот заморозок, капелек и так далее и тому подобное. Все у него есть, я не знаю, чего он там выжидает. Он пока защищается, видишь, выставляет, чтобы получить поменьше урона. А вот здесь-то что, он никого не ставит? А, вот. Так, этот получит, блин, атаку. И это плохо. Так, здесь мы уничтожим, здесь уничтожим. Оу, прокачивай, да, вот эти растения, по-моему, да. Поехали. Так, ну что, у нас с тобой есть, даже будет медик. Карту вытяни, гаденыш, а. Разжился на картишке, смотри, а. Опа. Так, ну что, я могу тебе предложить следующее. 6 урона, да, нужно нанести. 6. Так, 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 так. Как бы это лучше замутить-то? Давай, наверное, сделаем вот так вот. И вот так. Будет заморозка, наверное, пользоваться, мне кажется. Опа-на, смотри, что он сделал. Так, что, еще и карту вытянешь? Хо-хоу! Слушай, ну тогда живем. Тогда мы с тобой еще живем. Так, давай им всем атаку понижай. Ать, красиво. Так, мы еще подхилимся сейчас с тобой. Давай, родной мой, хиляй. На сколько там? На шестерочку, да?
Опачки. Здесь, конечно, получили втык. Так, ну что, у него две карты, друзья мои, две. Смотри, что нам привалило с тобой. Просто чудо какое-то. Хиляемся, раз. А сюда выставляем спортсмена. И у нас с тобой есть блок, который сработает. А он все карты выбирает. Ладно, пускай тянет. Что там выпадет, я не знаю, нет. Так, хопа, без атаки его оставили. Окей. А дальше что, все? А, нет, не все, ребята. Из последних сил он борется. Так, мы еще с тобой сейчас хильнемся на шестерочку. Ага. Так, вот здесь, конечно, опять у нас... А, нет, мы еще живем. Он опять эту карту вытягивает. Иди отсюда, ты уже заколебал просто там уже на халяву карту тянуть. Опачки. Красотища-то какая. Ну что, сделаем с тобой вот так вот. И вот так. У меня карт нету, ребята. Он это видит, он это знает. У него всего одна карта. Серьезно? Ну, я ничего, ребят, не поделать не могу. Это его выбор, сдался. Все. Ну, а мы с тобой получаем 6-й ранг. Ну, мне понравилось. На начальных этапах всегда так легко и прикольно играть. А вот дальше, конечно, все тяжелее, сложнее. Но зато интереснее. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!